Александр Турабовы. Знакомьтесь, на манеже клоуны Сергей Середа
играчек Кищан. Лауреаты 11-го всемирного фестиваля в Гаване Анна и Николай Студеновы, Виталий Ермаков. Дипломанты всесоюзного конкурса «Братья Бирюковы». Много есть музыкантов, самых разных талантов, барабанщик, трубач, баянист. И профессии эти лучше всех в целом свете, и учил наш лохматый солист. Для Микида рождение
потому что в день рождения только раз в году. Потому что в день рождения только раз в году. Фантазия. Группа под руководством Вячеслава Курбанова. Thank you.
Силовые акробаты. Под руководством Вячеслава Серж Александрова. Внимание!
антракт. Оказывали помощь. Васильев с мячом. Теперь Золин. Угловой. Это бесполезно. Абсолютно. Бей никому не подавать. Напомню еще раз, что я не устраиваю тебя. Лимит ничьих исчерпан. Сейчас выигрывают москвичи. Но только лишь выигрывали вот до этого момента. Прозевали выход к мячу Клементьева. Да не случайно. Ты видно, что он сделал? Ну, ну, так, ну, ему нужно было нападать. Мяч. Не зачинали, надо попробовать еще разочек. Давай. Ну, Кузенька, приготовились. Браво, мальчик. Оп! Нет, назад делай, назад делай. Оп! Видите, как это делаю. Да. Назад, привет, присел. Оп! А вот и прав. Молодец, хорошо. Молодец, сделал все хорошо. А теперь домой иди. Домой. Молодец. Вардовская. Thank you.
любителям классической музыки. Лист. Вторая венгерская рапсодия. Thank you.
Георгий и Михаил Шахнины. Алла и Вячеслав Рашиткины. Слава Рашиткин.
заслуженные артисты татарской АССР, клоуны Рамазан Абдигеев и Замир Мустафин. Аттракцион «Среди львов». Заслуженный артист Российской Федерации Борис Бирюков. Поговорим, только иначе поговорим. Вот так?
Куда уехал цирк, он был еще вчера, и ветер не успел со стен сорвать афиши, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен. Куда ушли слоны? Какие города погонщики ведут ученого верблюда? Куда уехал цирк? Уехал он туда, где кто-то сказку ждет и верит в чудо. Туда уехал цирк. Уехал цирк, куда уехал цирк?